14 апреля в актовом зале Дома учителя было людно. На замечательный праздник, 90-летие учреждения, пришли друзья и постоянные посетители дома. Замечательно, в духе передачи «От всей души» вела программу Ирина Макухина, художественный руководитель Дома учителя. Она приглашала участников программы на празднично украшенную сцену. Выступали для дорогих гостей и хозяев Дома учителя танцевальные детские коллективы «Престиж Амира» и «Трипдэнс», юная актриса Юлия Гавлицкая, вокальный коллектив «Мелодии Дуная» и народный вокальный коллектив под руководством отличника народного образования Ивана Попазова. Изюминкой концерта стало выступление нового трио в составе директора дома Лилии Постяк, ведущей мероприятия Ирины Макухиной и культорганизатора Ольги Левашовой. Долго еще звучали слова поздравлений, благодарности и пожеланий дальнейшего процветания. С днем рождения, Дом учителя! Пусть и на ваш 100-летний юбилей соберутся гости в том же составе и с тем же позитивным посылом радости, любви и вдохновения. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».